В последнее время мои многие друзья-студенты не могут получить стипендию. Преподаватели некоторых вузов не могут снять свою зарплату вот уже несколько месяцев. Нет, не подумайте, государство как раз вовремя выполняет свои обязанности. Виной всему банки. Именно с ними наши вузы заключали договоры на обслуживание. Сегодня мы уже не можем доверить банкам свои стипендии и зарплаты. Мы не можем им доверить взаймы и наши деньги, ведь их так нагло воруют, прикрываясь бесстыжей ложью. Мне 19 лет, и пока я лишена заботы о своих собственных детях, но в моем возрасте есть мамы, и они сегодня не в состоянии накормить своих детей, потому что не могут получить ни детское пособие, ни вернуть свои вклады. У меня есть возможность и учиться, и работать, но те, кто живут на одну пенсию, не могут получить ее от банка. Хочется спросить у банкиров, вы смотрели в глаза этим людям? Вы открыли свой кошелек и дали им денег? Ведь суммы в вашем портмоне хватило бы для того, чтобы вернуть их пенсии. Загляните в глаза своей собственной совести. Неужели вы продали свою душу? Они не будут больше терпеть. За нами правда, и я знаю, что мы все сможем. Надейтесь на Бога и на себя.